И немного о спорте. В Махачкале наградили лучших футболистов Лиги Лакии 2018 года. Итоги этого масштабного турнира среди выходцев из лакских сел подвели в конференц-зале Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. Сильнейшего определяли в течение 4 месяцев. В этом сезоне за награды состязались 33 команды. 12 из них пробились в финальный этап. Судьба чемпионства определилась в предпоследнем туре, когда стало известно, что обладателями золотых медалей станут футболисты из селения Кули. На 2 балла от них отстали команды Хосреха и Кани, занявшие 2-е и 3-е место соответственно. На церемонии также вручили награды в индивидуальных номинациях. Лучшим игроком был признан Ахмед Курбанов. Наша задача — привлекать больше сел, тех, которые как бы не участвовали. В общем, во всех лакских турнирах с 2016 года участвовало 49 сел. И это такой неплохой результат, в принципе, да, но мы хотим как бы добиваться большего, хотим больше команд привлекать, больше людей привлекать. Это общение, это знакомство. Весной следующего года команды вновь выйдут на поле. В марте они начнут борьбу за Кубок Лакии 2019 года.